Сегодня 10 октября 2024 года. До сих пор у нас на дереве сохраняются плоды сливы писарнет. Вот такая красная сливка среднего размера. Мякоть у нее желтая, сочная, сладкая, медового тона с кислинкой. Очень приятного, гармоничного вкуса. Вот сейчас плодов еще остались тут, снимем их. Покажем. Это поздний сорт сливы. Писарнет. Прекрасное дополнение в любом саду. Очень вкусная поздняя слива. 10 октября 2024 года. Черкасская область.